генералов от имени нашей делегации из России с предстоящим праздником Днем Великой Победы. И сейчас будет марш прощания славянки. Но вот после того, как... Да, как стихотворение. Знаете, стих так и называется. 24 августа. Сейчас надо сочинить. А выучил когда? Нас захватил садов и пепла запах, когда вошли мы с боем в Кишинев. А он сынам показывал на запад руками искалеченных домов. Мы на дороге увидали снова родных людей в неповторимый час. И на пороге жизни вся Молдова встречала нас и провожала нас. Молдавский виноград созрел до срока. До срока в бочках он перебродил, чтобы угостить бойца, что шел с востока и что на запад снова уходил. Прошли года, три четверти от века, и вот уже собрал Тирасполь нас. Безмерно мы горды советским человеком, который землю нашу от фашизма спас. Поднимала, словно солнце.
Спасибо большое. Спасибо вам. За хороший день. Спасибо. До новых встреч. Надеюсь, что мы еще с вами встретимся. Спасибо большое. Приезжайте, мы вас ждем. Я прошу прощения. Можно я? Вот, одну секунду, хорошо, успела добежать. Дорогие друзья, Лидия Михайловна в начале концерта говорила о том, что все мы с вами жили когда-то в эпоху Людмилы Зыкиной. А мне хотелось бы сейчас сказать, что мы счастливы, что мы живем в эпоху Лидии. Народное творчество, народную песню. Мы будем гордиться тем, что вы выступали именно на нашей сцене и долго помнить. Спасибо огромное. Ваша искренность, ваша такое исполнение, это все сближает нас с вами. Спасибо огромное. Мы получили большое удовольствие. Спасибо. Thank you.